Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте Федора, моего подписчика с ником Mara73. Да, тут 39 лайков, хотел сказать, уже заговорился, 39 самов, хотя ролю от 40 и выше. Но он захотел, попробуем его что-то выбить. Аккаунт бездонатный, накопленные самоцветы. У нас такой вот коллекционер. Попробуем сейчас что-то придумать. Веселая. Всем сегодня повезло. Надеюсь, и на этом аккаунте тоже будет весело. А, так, нету последних героев. Бугимен, Рогатка, Асура. Афинка. Кстати, Афина очень сегодня один раз, по-моему, только упала. А может, и не один, не помню уже. Так, Фрея, Командора, Анубис. Короче, все как обычно. Ну, поехали, посмотрим. Находится знакомая, кстати, гильдия Nextdoor. Прием активных от 0к. Вот так вот. Кидайте заявочки, вступайте в гильдию. Один участник. Говорю, знакомая гильдия. Так, хорошо, поехали, посмотрим, что у него творится. Ну, без доната Стрелок. Варжей вообще отлично. Бигфут неплохо. Мхатма. Тыковка. Ну, я вам скажу, очень-очень. Я бы не качал дальше скилл. Оставил бы. Так. Ну, неплохо. Однозначно неплохо. Пятерки есть. Я не знаю, конечно, как сейчас без доната падают пятерки, но неплохо. Так, поехали. Делаем фаст-роллинг. Не буду я заморачиваться долго. Надо ускоряться уже. Фаст-роллинг и фаст-сливинг называется. Так, Фрэнки. То, о чем я говорил, если хотите на коллекционера, копите, блин, немножко больше Рино. Королева Гарпий. Сейчас мы Стрелка выбили. ПБшку выбили. Под такой музончик падает очень хорошо. Медуза, пожалуйста. Вот это называется, ребята, фаст-роллинг, когда ты просто унижаешь рандом. Или он унижает тебя. Одно из двух. Слизни однозначно мы не соберем. Как видите, они практически не падают. Упал сразу же. Они практически не падают. И опять он упал. И опять практически не падают. Дед Мороз. Седна. Ну, я не знаю. Мы, по-моему, ему Рину еще один. Кенди Череп. Тыква. Рогатка. Кого ты еще хочешь, малыш? Ну давай. Фараон. Кого ты хочешь еще? Ну давай. Кого там надо ему? Анубиса надо или кого? Я уже не помню. Фрею, по-моему, надо. Вместо Фрея Купидона. Вместо Анубиса Бога Грома получили. Однозначно лайк. Так. Тесса еще плюс 5. Думаю, мы где-то рыцарей 10 словили. А может и больше. А может и меньше. Еще рыцарь. Видите, ему и такие рыцари уже падают. Блин, вот жалко, что не Фрея. В конце мы добили снайпером. То, о чем я и говорил. 14-15. Так, ну я не знаю. Попробую, если смогу на его аккаунт зайти. Можно будет потрешивать. Сейчас попробуем. Если нет, значит такая судьба. Потому что у меня с другого устройства активация идет. Админ панелька не на этом устройстве. Так, окей, забираем пока плюшки. Обидно, конечно. Он уже спать пошел, студент. Федор, как ты мог? Так, поехали посмотрим хотя бы, каких мы ему героев повыбивали. Да, все-таки так. Капитана Рогатку выбили. ПБшка, Рогатка, ПБшка, Седна. Лео, Рогатка, ПБшка, Седна, Лео, да? Смотрим. Череп нет. Стрелок есть. Так, давайте так. Раз.
Двас и Трис. Ну, я скажу вам, упало офигенно, если так брать. Так, еще и коробка у нас там будет. А, так, 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 так. Еще разок зайдем. А, Фрэнки, да? По-моему, Фрэнки выбили. Сейчас посмотрим. Фрэнки, Фрэнки, Фрэнки. Фрэнки заклинательница. Сейчас я гляну. По-моему, не Фрэнки, по-моему, не выбивали или выбили. А, да, и Фрэнки есть. Отлично. Вот как-то так. Вроде никого больше такого не пропустил. А, так, сейчас попробуем. Если получится. Ну, а так вроде неплохо. Так, 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 так. Федор, сейчас попробуем. Если пустит, то тебе повезло. Если не пустит, тебе все равно повезло. Не дает. Так, сейчас еще попробую с другого устройства, если зайдет. Не буду вырезать, получится, не получится. Но надо все равно помучиться. Да, ребят, вот так вот удивляет меня сегодняшний коллекционер. Возможно, я GG что-то подкрутила, или у меня админ панелька заработала опять в правильном режиме. Но это было топово. Так, окей, отлично. Попробуем. Вот не ушел бы он спать, было бы все попроще. Так. Блин, к сожалению, нет, не зайду. Тут еще двухэтапка у него. Печально. Печалька, печалька. Ну, я ничего не могу поделать. Это не от меня зависит. Все, что мог, сделал. Так, окей, поехали, посмотрим хотя бы героев. И откроем коробочку. Так, ну это такое себе, тоже такое себе, тоже печально. Ничего себе, сразу топчик выпал. Вот как-то так, ребят. Ну давайте попробуем. И раз, два, три, разброс. Печалька, 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 но ничего не сделаешь. В общем, вот так вот, ребят, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Ну, пацану не повезло, не от меня это зависит. Но зато повезло реально круто в другом. Все, всем удачи, всем пока.